Помимо кофров, компания Givi делает еще такие вот замечательные чехлы для телефонов, которые можно использовать на мотоцикле, потому что сейчас очень многие используют телефоны именно в качестве навигатора. Нужно, чтобы он находился в хорошем, таком изолированном от влаги месте. И, как мы видим, этот чехольчик сделан очень удачно. Тоже он защищен от влаги. Есть специальный козырек, который добавляет тень на экран, чтобы было контрастнее видно изображение. Комплектом идет к этим чехлам такой вот крепеж, который крепится на руль. Так вот он крепится, и, соответственно, вы его можете отрегулировать в любом удобном положении. Но бывает такое, что на некоторых мотоциклах невозможно приделать такой крепеж, поэтому можно купить дополнительно алюминиевые такие конструкции, которые приделываются, вот это конкретно, она прикручивается к траверсе, к верхней части. И, соответственно, то же самое, все это будет крепиться на середину руля. Этот крепеж, не знаю, ограничен только вашей фантазией. Вы можете его прикрутить на любую конструкцию, которая содержит вот такую вот диаметра палочку. Соответственно, это может быть, я не знаю, там зеркало, какая-то перекладина у стекла и все что угодно другое. То есть вариантов крепежа масса на любой вкус и цвет. И отдельно хотелось бы рассказать про вот такую замечательную коробочку для транспондера, для людей, которые постоянно ездят по платным дорогам. Сейчас у нас в стране тоже это уже очень распространено. Вы можете купить такую коробочку, положить сюда транспондер и приклеить ее на двусторонний триумфский скотч в любое место, куда, опять же, вам подскажет ваша фантазия, где это будет удобно. Но я вам скажу, я бы ее использовала как хранилище, например, для каких-нибудь сережек, колечек, не знаю, какой-нибудь бижутерии девчачьей. Тоже, мне кажется, можно сюда мелочь складывать, она потом греметь будет. Но вообще эта коробочка для транспондера тоже может быть вам полезна.